Йоу, ребят, всем привет, с вами Дава. И сегодня у нас будет такой вот крутой обзор кальяна под названием FreePS Zeus. Чтобы все мы примерно понимали, что такое 3FP, это 3 Friends Production. То есть это 3 друга, 1 кальян и 1 Дава, который сегодня попытается его затопить. Маленькая рекламка. Мы находимся сейчас в новой кальянной в центре Москвы на Лубянке на Мясницкой 18 строение 1 под названием Apartments Bar. Это крутая кальянная, сделанная в идеальном выдержанном стиле с охуенными VIP-комнатами и, конечно же, самое главное, в 5 минутах ходьбы и расположена на первой линии Мясницкой улицы. И давайте, собственно, теперь вернемся к нашему обзору. Вот такая вот пришла ко мне коробочка. Очень, сука, тяжелая, блядь. И давайте, собственно, смотреть, что в ней такое. А в ней новый кальян, сделанный в Москве, под названием Zeus. И это максимальная комплектация, которая у них есть. Да? Давайте, собственно, смотреть, что у нас в нем есть. Вот так вот все красивенько, все аккуратненько. Вот так вот это все открывается. И мы видим сразу что? Мы видим, что это все вот так вот закрыто крышечкой. Такой тоже деревянной, с трафаретиком. И самое охуенное, с чего бы я хотел начать. Ведь никто из производителей не дает официальной гарантии. Они дают просто гарантию на словах. Вот пожизненная гарантия. В итоге, когда ты обращаешься к ним с проблемой, связанной с кальяном, ты получаешь то, что ты, сука, блять, криворукий, ты не умеешь мыть, ты хуёво за ним ухаживал, и вообще ты долбоёб, да? То 3 Friends Production, они дают тебе вот такую вот официальную гарантию. Тут есть номер, собственно, кальяна. Здесь подпись продавца. Есть ИП-шная, ООшная печать. Также фамилия, имя покупателя, что является гарантийным случаем, что является негарантийным случаем, что такое брак и что такое все остальное, да? Также здесь есть полная инструкция к этому кальяну, что как собирается, но думаю, мы с вами не долбоебы, и мы, собственно, сможем все его, весь его аккуратненько собрать, да? Так, в принципе, все, давайте не будем всякие эти формальности, чё к чему, давайте начнем, собственно, собирать этого монстра. Но я хочу вас сразу порадовать. Этот кальян мы разыграем. Да, после выпуска, как только он выйдет, начнется конкурс, и продлится он ровно неделю. Что нужно, собственно, сделать? Нужно будет зайти ко мне в Инстаграм, найти пост с Зеусом, подписаться на меня в Инстаграме, подписаться на 3FP в Инстаграме, а в комментариях под постом в Инстаграме отметить 3 своих друзей и, собственно, дождаться результата. Результат будет проводиться с помощью Excel-таблицы и рандома. И победитель выиграет через неделю кальян Free Friends Production с моделью Zeus в максимальной комплектации. Так что погнали смотреть. Все это, конечно, в таком же поролончике, все чистенько, красиво, да. Но меня сразу что удивило? Меня удивило вот это, блядь, блюдце. Оно реально не ублюдце, оно реально охуенное. 2,8 миллиметра вроде бы в ней, оно толстое, ты ее никогда в жизни не согнешь своими маленькими, блядь, дрочными ручками. Далее. Выглядит он неординарно. Не как все кальяны, и это какое-то, наверное, новое дыхание, какое-то вот импрессивность, да? То, что шахта выглядит вот так вот. Продувка у нее вертикальная, вверх прям до блюдца. То есть вот эти все лобзики, да, грубо говоря, вот эти все канавы, да? Они все сделаны для того, чтобы дым прям шел вверх до блюдца и уже у блюдца, собственно, распространялся по всей комнате. Но ребята также еще и сильно заморочились. Видите, да, вот эту медную штучку. Это медный колпачок, который при транспортировке будет сохранять вашу резьбу. Это вот так вот.
медные колпачки, чтобы они сохраняли твою резьбу, блядь. У твоей есть девушки медный колпачок, чтобы она сохраняла свою резьбу. Поэтому кальян, в принципе, в целом не разборный, но вот так вот штучечка вот это вот снимается. Далее, сюда у нас бросается наше блюдце, которое встает сюда очень-очень хорошо. И вот так вот это все закручивается. Получается, примерно уже мы видим основную концепцию этого кальяна, да? Так, идем дальше. Сейчас мы его поставим, чтобы он не пизданулся нахуй. Отлично. Идем дальше. Это, наверное, основание. Многие, наверное, интересно, блядь, какое же основание у этого кальяна? Оно здесь тоже сделано крайне необычно, нестандартно, и весит оно тоже как бы так нехуево. Это все нержавеющая сталь, очень качественной обработки, и прям реально покамись не к чему доебаться здесь. Все очень гладненько, все очень мягенько, но я вижу маленький косячок, но этот косячок связан с тем, что тот, кто отвечает за финальную сборку, немного не продул его от стружки. Да, и мне бы ее желательно как-нибудь вытащить. А, все, я ее вытащил. Нахуй, от греха подальше. А вот такое вот основание, вот такой вот необычной формы. И, собственно, тремя шариками, которые равномерно все распределяют. А, и, собственно, здесь также, если вы заметили, есть о-ринг-кольцо для герметичности. И собирается это у нас примерно все вот так вот. Все очень гладенько, все очень хорошо. Оп. Закрутили. Сел хорошо, прикольно, прям так мягенько, блядь. Теперь хотя бы его можно поставить и примерно понять, как он будет красиво выглядеть у нас в полном сборе. Так, давайте теперь пройдемся по мелочам, на которые тоже очень хорошо они сделали акцент. А это два разных коннектора. То есть это идет в полной комплектации. Это два разных коннектора. Они также защищены колпачками, чтобы вы не надорвали свою резьбушку. Сейчас мы на обоих снимем. Реально, прям кайфово прикасаться к продукту. Очень интересно все это так раскручивать, смотреть. Так вот, один у нас внешний коннектор, грубо говоря, папа, да, на который можно надеть шланг и вот, собственно, вот сюда вот его вкрутить. Выглядит это будет примерно вот так вот. И сразу же, конечно, они подумали о другой части населения, которые не любят шланг, не любят все это вкручивать, либо надевать, да. Им гораздо проще все это сделать на резиночке. И есть вот такой вот коннектор. Но вот форма у коннектора мне не очень по кайфу, она мне напоминает немного Китай. Также можно вкатить вот такой вот коннектор. Ну вот мое личное мнение, что с таким коннектором он смотрится куда симпатичнее. Да, согласитесь. Охуенно пока все. Идем дальше. Погружная трубка, она обычная, стандартная. Есть диффузор съемный. А, диаметры у кальяна довольно-таки такие, ну, внушительные. Не прям пиздец, да? Но и не маленькие, и не узенькие тоже. У нас диффузор выкручивается, вот такой вот он. Они сделали маленькую дырочку на дне, чтобы всякое говно там не засорялось. Мы, конечно же, покурим сейчас диффузором, посмотрим. И здесь тоже, собственно, вот такой вот магический медный колпачок. Прям реально, как будто я какой-то ствол снимаю. Так, давайте его вкрутим. От греха подальше, нахуй. Все. Вот такая вот у нас шахта, и весит она довольно-таки круто. Плюс учитывать колбу и, собственно, воду в колбе, то кальян получится довольно-таки тяжеленький. Но, как мы знаем, тяжелый значит хороший. Так, идем дальше. Собственно, коннектор, шланг. Есть пару видов резинок.
Здесь тоже есть пару видов резинок, собственно, на выбор, да? А почему резинки белого цвета, скорее всего, производитель изначально знает. Стоит, там обычно секретики ложат всякие. Но здесь секретиков больше. Больше нет, блядь. А, собственно, коннектор под шланг и, собственно, сам шланг. Шланг Soft Touch, чего мы уже не удивляемся, а удивляемся тому, что какого хуя в комплекте у меня, блядь, не Soft Touch, да, лежит. Вот так вот это все засунулось. И, собственно, сам мундштук. Любителям тоненьких, длинненьких, как палочка Гарри Поттера, очень понравится. Все так же очень гладко, приятно засовывается. И довольно-таки очень удобно. Очень стилово, мундштук у нас неразборный. Очень круто. Так, идем, давайте попробуем, что у нас по резиночкам, что к чему, что как. А, в комплекте шла чашечка. Она была глиняная, а-ля Smoke Lab, а-ля винтаж. Но можно, если вы заказываете по полноценный комплект full, да, то там можно будет немного с наполнением поиграться. Можно выбрать чашечки на выбор, можно еще что-то выбрать на выбор, да. Поэтому мы оденем вот такую вот резиночку. Я надеюсь, сейчас у меня проблем с колбой не будет, да. Как помните, в одном видосике, где я был просто дикий ебняк с подбором резинок, с подбором колбы. И я просто весь распсиховался. Собственно, оденем мы коннектор под шланг. И, собственно, оденем на сам шланг. По запасным запчастям. Есть O-ring кольцо на, собственно, вот это основание большое, да. И есть три дополнительных шарика и три дополнительных маленьких болтика для того, если вдруг вы решите его раскрутить и достать шарики, чтобы промыть и проебланить эти маленькие болтики, чтобы вы не парились, и болтики есть в комплекте. И, наверное, стопудово эти болтики еще, наверное, и продаются. И вот такая вот есть резиночка еще одна, она белого тоже цвета, ну, китайская. Я не знаю, почему был выбран именно такая резиночка. Ну и все, в принципе, коробочку мы с вами опустошили. Давайте я сейчас пойду принесу чашечку, заполню колбочку, и мы, собственно, все это раскурим и посмотрим, какие же технические характеристики у данного, блядь, кальяна. Пока не переключайся. Я сейчас быстро. Так, да, мы все сделали. Чашечка у нас почти уже прогрелась. Вот такая вот, собственно, чашечка а-ля Турка Мумия. Мы выбрали вот такой вот коннектор, шланг. И, собственно, давайте попробуем взорвать, посмотрим, что у него по тяге. Я его еще не курил, я его еще не открывал. Я думаю, чашку, как дополнительный, грубо говоря, бонус мы обозревать не будем. Чашка и чашка хуй с ней, да? По тяге. Я думаю, что с диффузором, что без диффузора, она будет чуть легче средней. Довольно-таки комфортная и как бы не туда и не сюда. И это очень как бы интересно. Продувочка тоже интересная. Сейчас мы раскурим, побольше дыма наберем и, собственно, попробуем это охуенно эпичненько продуть. По внешнему виду он мне симпатизирует. Да, это необычное основание, это необычная форма шахты, очень огромное блюдце. Вот когда я его в полном сборе вижу, я вот вижу, что блюдце можно было бы чуть-чуть сделать поменьше в диаметре. Ты этого не видел, блядь. Давайте, собственно, его продуем. Ну, прям реально вверх до блюдца. Круто или не круто, я не знаю, сам решишь, да? Колба продувается полностью. Прям вообще с одной штучки и колба продулась.
и не было заеба с тем, что как-нибудь подобрать колбу. Я взял обычную колбу, которая была здесь в кальянной, и въебал ее спокойно, на резиночку залезла прям как по маслу, по смазке. Курица интересная, бесшумно. Порекомендовал бы, думаю, да. Цена за полный комплект, я не помню, говорил или нет, это 14 с мелочью. Есть еще более базовый комплект, он вроде идет без чашки, без колбы. И вроде полный комплект идет без колбы, да? Но там нет вот таких вот медных штучек и нет вроде двух коннекторов разных на выбор, то есть... Он обойдется вам примерно в 11 с копейками. То есть, ну, лучше докинуть 3 рубля и получить охуенный полный комплект, реально такую вещь, и от нее кайфовать. Мне нравится. Оценку этому кальяну за вот эти медные штучки, за мелочь к деталям, да, за внимание к мелочным деталям я поставлю прям высокую, прям хорошую. Мне он очень симпатизирует, очень прикольный, и поэтому мы его, собственно, и решили разыграть вместе с Free Friends Production, да. Условия также обычные, будут в описании ссылочка на пост в Инстаграме, туда перейдешь, подпишешься на меня, подпишешься на Free Friends Production, отметишь в комментариях 3 друзей, и, собственно, через неделю этот кальян будет уже у тебя. Разыграем это все через Excel-таблицу и буквально самым обычным рандомом. И, собственно, все. Так что вот так. Всем спасибо, это был Дава Дым. И напомню, что мы снимаем все в Apartments Bar, который находится на Мясницкой, 18. Всем советую сюда заглянуть. Здесь огромный выбор напитков, огромный выбор табаков, кальянов и довольно-таки самая охуенная атмосфера, пока мисс, которую я видел, а-ля 70-е. Так уютненько, по-домашнему. Лакшери-хуякшери, да? Поэтому всем пока, пишите комментарии, что вы думаете по этому видео, и, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь. Давайте добьем 35 тысяч наконец-то. Всем пока. Чао!